Есть у него некоторое преимущество в росте, в длине конечностей. Посмотрим, как сумеет использовать он это. И начало первого раунда. Максим Протасов, рефери в клетке. Поджимает Журавский, занимает центр клетки. Заходит в борьбу его оппонент. Игорь Назаров поджимает Журавского к клетке. Но не удалось Игорю Назарову сразу перевести Журавского. Журавский удачно вставил руки. Сейчас надо ему, конечно, развернуть своего оппонента. Игорь Назаров пока не предпринимает каких-то активных попыток перейти в ноги или через корпус выполнить бросок. Сейчас пытался выполнить зацеп правой ногой. Хорошее колено. Исполнитель Журавского услышал подсказку он угла. Открыт корпус под удар коленом. И попытался Игорь Назаров перевести. Журавский оказывается снизу. Не дал своему сопернику прихватить шею. Сделал вывод с последнего своего поражения. Встряхивает руки Игорь Назаров. Хороший джеб от Журавского. Давит. Агрессивно работает. Давит своего соперника. Журавский. Хорошая у него ударная техника рук и ног. И вот это нестандартная для его весовой длина конечности. Очень непривычно его соперникам. Очередная попытка хайкика. С правой руки Игорь Назаров. Жестко попал. Еще раз попал. Опущенная левая рука Журавского. Идет вперед Игорь Назаров. Журавский отвечает ему. Какой зрелищный размен. Еще раз справа, по-моему, попал Игорь Назаров. Журавский вновь ответил. Соглашается он на размены. Игорь Назаров мимо. Журавский, колено в корпус. Не дает перевести себя. Вставляет Журавский руки. Да, такая передышка. После такой яркой перестрелки в стойке. Тяжелые обоюдные попадания были от обоих спортсменов. Журавский попытался прихватить удушающий прием. Да, пока что вязкая борьба у клетки, которая, мне кажется, Игорю Назарову более выгодна, что у Журавского побольше успеха было в стойке. Журавский еще раз попытался прихватить шею оппонента. Да, время идет, каких-то активных действий в этой позиции от обоих спортсменов мы не видим. Удары колена в бедро только вот от Игоря Назарова. Да, идет время в первом раунде. Остается уже 1 минута до конца. Вылетела капа, по-моему, Игоря Назарова. Хорошо, Журавский 2 раза левым коленом в корпус пробил. И прихватил шею. Сейчас, по-моему, уже плотный захват. У Журавского длинные конечности. Удобно с такими руками выполнять удушающие приемы. На этот раз левую руку на шею прихватил. Менее 30 секунд осталось. Вновь ищет Журавский. Удушающий прием.
Останавливает Максим Протасов время поединка. Возвращает капу в ротовую полость Агамназарова. Журавский поддавливает. Агамназаров, мне кажется, много сил потратил на этот клинч. Мог подзабиться. Журавский выглядит посвежее. И ваша бацан! Через лоу-кик заходит на ближнюю дистанцию. Поддавливает соперника к клетке. Агамназаров попробовал зайти с двойки. Из стойки левши, но мимо. Журавский справа. Хорошо двигается на ногах Георгий. Провалил атаки своего соперника. Сейчас хороший левый мидл в корпус был. Слышим мы, как публика на каждое удачное действие Жоры бурно реагирует. Попытка побороться от Журавского. Забирает спину он. Хорошее колено в корпус. Заправляет левую ногу. И забирает спину Журавский. Здорово растягивает своего оппонента. Отсюда побить. Безответные удары. Максим Протасов рядом. Вновь растягивает Журавский своего оппонента. Нет ответов. Стоп. Максим Протасов останавливает поединок. И Георгий Журавский одерживает третью победу в профессиональной карьере. Здорово, здорово. Использовал свою борьбу, забрался. Итак, дамы и господа, рефери поединка Максим Протасов остановил бой через минуту и 20 секунд второго раунда техническим нокаутом. Добивание! Победу одержал Георгий Журавский! Поздравляем Георгия с третьей победой в профессионалах. Набирается он потихоньку опыта.